Since morning of 24th of June, it was kind of tough because we expected that the Wagner's army would arrive to Moscow. So Yes, every minute. it was very, very tough and very, very stressful. Stressful. Yeah, a lot. But well, as we see right now at almost 10 o'clock, it's not that bad, and like it has stopped. There was some consent in the government and between the Wagner group, so it's much better now. Власть должна все-таки быть властью, она должна отслеживать интересы и народа, и государства в целом, и мнение человека, который имеет определенный вес в обществе, наверное, властью должны быть услышаны. На самом деле было волнительно, но видите, уже вот воскресенье, все гуляют, все хорошо, поэтому будем надеяться, что все будет спокойно, мирно, вот, и ничего не будет происходить ни в Москве, ни в стране, ни в мире. Вот, надеемся, что все будет разрешаться мирно. Отлично разрешила, слава Богу. С минимальными жертвами, считаю, молодцы. Вот это, я считаю, правильно сделали. Как-то грамотно заговорили, снивелировали. Ну, а потом уже раздадут всем по заслугам. Все верно. Так и должно было разрешиться. Спасибо пацанов, которых он подставил, не положили. И наши люди не погибли здесь. Ну, правильно, да? Все свои. Да. Вот. Правильно все. Они ночевали у нас на станции, за заправкой стояли. И колонна стояла вот здесь, вот по правую сторону на протяжении, вот этой, я не знаю, 500 метров, наверное. И они ничему не препятствовали, они абсолютно стояли спокойно на обочине, ни с кем не общались, никому не подходили. Ну, дорога, видимо, дальняя у ребят была, устали, они просто спокойно стояли. У них были автоматы, они маски у них были. Вот, уставший вид такой, ребят, был.